Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы вместо простого обзора рассказать вам о новостях одного перспективного блокчейн-проекта. И я думаю, данная информация даст вам определенную наводку о том, как можно заработать на токенах данного проекта. Речь идет о проекте RoboHero. Ранее я уже снимал про него 3 видео, делая как его подробный разбор, так и анонсируя его IDO распродажу. Да, в данный момент распродажа RoboHero уже успешно завершена, однако листинг токенов еще не состоялся. Про него я более подробно расскажу ближе к концу видео. Если же вы не в курсе, то RoboHero — это мобильная play-to-earn игра, которая сейчас разрабатывается на базе блокчейна Terra Luna. Разработка пока что находится на довольно ранней стадии, но у проекта уже есть определенный фундамент, который позволяет разглядеть его инвестиционную перспективу. Как минимум, у RoboHero помимо собственной крутой команды имеется несколько крутых партнеров. Среди них можно отметить такие проекты, как Ari10, GamerHash, Starterra, Planity DAO, Tokenomia Pro, R2A Capital и несколько других менее известных проектов и компаний, которые в данный момент поддерживают или спонсируют разработчиков RoboHero. Также команда уже собрала довольно большое и активное комьюнити вокруг своего проекта. В их социальных сетях имеется несколько десятков тысяч подписчиков. И это не просто накрученные боты, а реально активное сообщество. В распродаже и аирдропе RoboHero было зафиксировано по несколько тысяч участников. А также у RoboHero давно проходил дроп NFT, в ходе которого команда открыла возможность минтинга 1000 незаменяемых токенов через протокол MintDAO. И данный дроп успешно завершился за 83 секунды. То есть последователи RoboHero скупили 1000 NFT за менее чем 1,5 минуты. А это говорит о крайне высоком спросе на активы данного проекта. Но помимо NFT у RoboHero будет иметься еще и собственный заменяемый токен Robo. За данный токен будут совершаться покупки в игре. Им будут выплачиваться награды за сражения, его можно будет фармить и стейкать, получая пассивный доход. Токены Robo имеют ограниченную эмиссию в размере 2 миллиардов штук. Распределена она следующим образом. 30% на награды за игру, 10% стейкерам и фармерам, 10% на разработку, 9,5% на маркетинг, 9% в казну, 13% команде и советникам, по 2% на ликвидность и дропы и 13,5% было продано в ходе 2 раундов распродажи. Плюс, как недавно стало известно, в скором времени, до конца первого квартала, у RoboHero выйдет бета-версия их игры. И в первую очередь доступ к ней получат именно держатели токенов Robo. Иными словами, данные токены имеют грамотную токеномику и высокий спрос, который подтверждается высокой активностью инвесторов и сообщества в ходе предыдущих сейлов RoboHero. Поэтому можно предположить, что сразу после листинга цена токенов Robo должна будет сильно вырасти за счет большого количества покупок. Причем ранние инвесторы не смогут сливать Robo на старте из-за вестинга, который обеспечивает лаунчпад Starterra. А сам листинг состоится уже довольно скоро. Недавно команда объявила в своем твиттере точную дату – 28 февраля. Время начала и другие подробности еще неизвестны. Поэтому я советую вам подписаться на твиттер и телеграм-канал RoboHero, чтобы вовремя получать актуальные новости по теме листинга. Потому что мне кажется, что токены Robo реально мощно выстрелят после начала торгов. Но повторюсь, что это только мое личное мнение, я не профессиональный аналитик и никаких финансовых рекомендаций не даю. Поэтому обязательно проводите собственные исследования перед совершением любых инвестиций. Потому что любые вложения в криптовалюту — это всегда большой риск. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.